Химчане продолжают осваивать всевозможные виды декоративно-прикладного искусства. На этот раз их познакомили с техникой росписи на ткани. Провела мастер-класс по батику дизайнер Лариса Самохина. Самое важное – правильно подготовить полотно перед тем, как начать писать на нем картины. Начинаем с середины. Нас интересует середина здесь и середина здесь. Взяли ткань, поставили кнопку или скобу степлера, потянули. Поставили перпендикулярно тоже кнопку. Потом натягиваем середину других сторон рамы, а потом уже тянем углы. Чем лучше будет натянута ткань на раму, тем лучше. Чтобы краска лучше держалась, ткань обрабатывает соляным раствором. Благодаря этому получается загрунтованная поверхность, на которой удобно писать картины. После всех подготовительных работ участники мастер-класса тоже взяли кисти. Сначала тонкий контур, затем широкие мазки. Тематические мастер-классы в Химках проходят постоянно. Выбрать интересный для себя можно в афише газеты «Химкинские новости». Также информация о будущих встречах есть в соцсетях по хэштегу «Химки интересно жить» и на специальном сайте.